А, горячо, горячо, не могу! Всем хай, с вами Юджин, и добро пожаловать в приключения Джилл в добром и замечательном мире Resident Evil 3. Мир полный добра. Давайте принесем в этот мир еще больше добра, ведь добра много не бывает. Все тут такие отзывчивые, все тянутся обнимашки нам кинуть. Да, вот, вот он выкатился, колобок. Вот, смотрите, все хотят... О, ты что, клубничное варенье, что ли, ел? Видимо, да, объелся. О, кстати, давайте попробуем... Подарок. Вот, взрывной подарок. Понравилось, сучки? Рад, что понравилось. Стоп, погодите, давайте по всяким этим заколочкам посмотрим. Ты думал скрыться от меня, габно? Нету? Смотрите, их просто разнесло в хлам. Ого-го. Это где мы находимся-то с вами? Да боже ж мой. Ладно. Мне понравилось. Еще разочек давайте. Все-таки вы чувствуете боль, твари, да? Ладно, не буду больше тратить. У меня всего их мало осталось. Надо было для Немезиса использовать. Да ладно, я потом еще найду. Эта тварь еще живая. Здесь нельзя оставаться. Стоп. Можем закрыть? Нет, только можем спуститься. Спаситесь от существа. Ёлки зеленые. Красивая набережная, очень красивая. Итак, там, видимо, наверх нужно, через мостик. Я даже не знаю, куда идти. Столько мест, и глаза разбегаются. Давайте сюда. Есть чем? Есть чем? Нету. Фига их много, оказывается. Ладно, нам через реку нужно. Просто... А, горячо! Горячо! Не могу! А, воды, воды! Этот гад даже плавать не умеет. Вот что называется хорошая банька, да, была у него. Карлос, отвечай. Да, как дела? Ничего не вышло. Поезд сошел с рельсов. Сошел с рельсов? Кто-нибудь пострадал? Все мертвы, Михаил. Все остальные... Черт. Николай бросил нас умирать. Погоди, что? Что за херня? Она вернулась! Джилл! Джилл, что случилось? Джилл, отвечай! Ого! Нифига он мутировал! Бежим! Бежим! Наконец-то Джилл по-настоящему бежит! Это что? Он как гремлин, да? Его водой намочил и все, уродом стал. А, нет, он размножается, когда мочишь водой. После 12 поел! Вот оно как! Вы поняли отсылку, нет? Второй босс. Ну вот, оно как... да, да, давайте объединим сразу. Not bad. Давайте кинем как раз. Ху-ху-ху! Понравилось? Ты говно. Да, это ты говно. Давайте еще одну ему. Надеюсь, ему хоть немножко больно. Я думаю, суть в том, чтобы просто его убивать. Давай, релоуд, релоуд. Он не любит гореть, это мы поняли. Ах, царапнул. Гори. Где-то здесь был ящичек, я видел. Куда он? А, вот он. Боже мой, боже мой, боже мой. Он сейчас увернется, да? Не надо мне. Вот так. Ящичек. Смотрите, нямка. Некуда. Ладно, потом. Давайте посмотрим, как следует наше окружение. Что еще здесь есть?
Ух, уф! Что еще есть, что мы можем против него использовать? Просто тут возможность дела вовсе нет. Тут все дело в том, что я должен просто ему... Просто ему... Навалять! 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 У меня все. Можешь теперь ты делать, что хочешь. Пожалуйста, взрывчатки нету. Упс. Патроны? Ой-ой-ой, как был близок я. Стоп, а может у меня и граната? Где мой рюкзачок? Точнее, огромный чемоданчик. Куда делся? Здесь он очень даже нужен. Воу! Похоже на какое-то животное. Не говори. Взбесился. Стоп, где-то же еще должны быть какие-то припасы. Где-то я видел. А? А, боль. Опять мутит свои мутки. Хорошо. Хорошо, хорошо, мути. Все нормально. Надо как-то остановить его. Я и не знаю. Мне же нечем его остановить. Ладно, давайте попробуем. Просто. Ну, я попытался. Башка не свалится? Нет. Ага! Ух ты, блин. Смотрите, вот. Припасы. Ой! Прилетел. Но у меня, благо, есть няма. Так. Так. Давайте еще разочек. Бесится, бесится. Ой. Фу-фу-фу-фу-фу. Хорошо, нужно найти способ его остановить. Давайте. Блин. Нужно остановить его. Как? Правда, я не знаю, как. Так? По-моему, это вообще пофигу ему. Я увернулся. А, патронушки. Патронушки, быстро! На. А, где-то были. А чё? Он сразу меня раскоцал? Так быстро? Опять начинает. Опа, хорошо. Где-то были шотгановские патронушки. Вот. Опа, взрывчатка. Где он? Вот он. Хорошо. Точно. Сейчас он снова побежит. И можно будет на стену прицепить. Давай. Беги! Что, неужели у меня уже опасность? Один удар и все? Сейчас мне из всего высосет. Что он делает? Побежал, да? Да! Хорошо! Прошу, прошу, прошу! Есть!
А, перезаряжайся. Дальше-то что? Интересно, мы на этот раз его убьем или он... Все, хорошо, хорошо, хорошо. Давай. Бабах! Патрончиками. У меня мало всего. Пункт этим добить его. О, о, как было близко. Нет. Нет. Вот, вот, боеприпасы лежат. Пошел бегать. Слышишь? Ладно, за дело. Ноль смертей. Ноль смертей. Евгений смог. Карлос, ты еще там? Ой, да ладно. Ты свалишь без меня сейчас. Черт возьми. Фу. А, вот еще. Они здесь, короче, появляются патроны постепенно, да? Чтобы мы точно доперли, что делать надо. Окей. Кошмар. Но это было прикольно. Давайте. Да, все релоуднем, чтобы все было готово. Пистолет. Сейчас быстренько пробегусь повсюду. Я не убил. Слишком нефеерично была его смерть. По-любому он еще встанет. Он же такой гад. Это ж моя разработка. Я наверняка делал с душой и совестью. На совести делал, поэтому да. Я так и знал. Есть! Хорош! Просто неугомонный. Он нас успел? Он нас заразил? Это урод. Интересно. Вы оказали мне большую честь, мисс Валентайн. Что он с ней сделал? Я не проходил третий резик. Я не знаю, примерно полдня спустя. Джилл! Эй, отвечай. It's me, Марио. Тайрел, как слышишь? Что происходит? Джилл заражена, я отвезу ее в больницу. Может быть, доктор Барт ее спасет. Ладно, там мы встретимся. Держись, суперкоп, я рядом. Там не было Немезиса. Он жив. Все еще. Теперь она им станет? Сентября 21:20. Больница Спенсер Мемориал. Борис, Джилл. Я раздобуду тебе вакцину. Все будет в порядке, обещаю. Это что мы можем сделать? Мы можем ей дать вакцину, да? А, убирает пистолет.
Это вакцина, Джилл, пойми, так надо, так надо. Не могу. Надо, Джилл. Эх, не будет стрелять, хорошо. Опа, сейв. Что, что у нас там есть? Лечебный спрей. В принципе, он нам не нужен. Карточка Старс. Можно просто выкинуть. Выкинуть ее, подтереться можно только. Давай, Джилл, я скоро... Опа, секундочку. Еще патрончики. Карта. Итак, вестибюль. Нам направо. Но погодите. Документы, может быть, есть. Тайрелл, где сейчас Барт? Наверное, в лаборатории. Будь начеку, я иду. Принято, я пойду вперед. Боже мой, я так нервничаю. Ага. Ага. It's okay. О, мне не нравится это. О, мне не нравится. Здесь все плохо, да? Жуть. Жуть, друзья мои. Давайте сначала тихонечко пойдем. А! Черт. Вон еще там дверь. В дверь кто-то ломится. Мне туда и надо. Придется всех перестрелять здесь, кажется. Некогда мне этим заниматься! Да и вообще на тебя плевать, кажется. А, нет. Давайте просто решетить этих гадов. Быстро не подходит. А-а-а! Фу. Все, все, никто не придет. О, да. О, да. А, нет. Черт, отмычка ведь у Джилл. Но он не даст мне ее, да? Вот туда. Там что-то важное. Стоп. Так, там дверь заблокирована. Эта дверь. О! Добро пожаловать в офис доктора Натаниэла Барда. Четко проговорите в интерком цель вашего визита. Плеер. Изучить. Плеер для аудиокассет. Ставьте аудиокассету, чтобы воспроизвести. Аудиокассету еще нужно будет найти. Давайте проговорим цель нашего визита. А! Доктор Барт, вы там! Я пришел вас спасти! Откройте дверь! Голос отсутствует в базе. Голос в базе? Что за научно-фантастическая хрень? Журнал медсестры. А, тут же 98-й, да, 25 сентября. Каждый день поступает все больше пациентов с таинственной болезнью. Их бред не снимается успокоительным, поэтому пришлось надеть на них смирительные рубашки и поместить в изолятор. Проблема только в том, что изолятор уже просто трещит по швам. Директор приказал бесплатно принимать всех с соответствующими симптомами. Но чего от нас он ждет? Здоровья им пожелать! У нас нет лекарства. Меня еще кое-что беспокоит. После смерти этих пациентов забирают непростые похоронные команды. Говорят, это особые меры, чтобы не дать болезни распространяться. Но я не особо в это верю. Миранда видела, как ночью какие-то парни увезли тело в закрытую дверь. Зачем? Куда? Что происходит? Нам нужно вот как-то сюда попасть. Оп. Есть. Тут тоже будет лизаны. Что ж вы хотите от меня? Да как можно пол очереди выпустить мимо? Дверь, 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 откройте, пожалуйста, спасибо. Они будут проходить? Что это? А это что? Блин, неприятно. Да, они вернулись на исходные?
Я так забавно стреляю, господи. Сволочи! Объединить вот с этим сойдет. А здесь нужна будет карта. Нет у меня ее! Погодите. Так, тебя не будем трогать. А это мы куда пришли? А, с другой стороны, да? Блин, она прям идет. А. Все еще внимание, так что это нормально, нормально, нормально. Куда я иду? Вот, вот сюда. А, здесь закрыто, да? Хорошо. Питер Гриффин? А, нет. Хорошо, они прорвались. Это радует. Давайте попробуем пистолетиком и оббегать. Пистолетик и оббегать. А то мы забыли, это же наша любимая тактика. Нямка. Вот так, я знал, что ты встанешь. Я сказал, я тебя спалил, все, не надо, уже номер не удастся. Ты что, издеваешься, что ли? Давайте на всякий случай его порежем. Этот зомби в себя поверил. Далее. Мы возвращаемся в этот коридор. Там зелененький свет. И там зелененький свет. Давайте пойдем сначала сюда, по прямой. Я уже запутался, куда я бегу. Чё я здесь хожу. Так, ты встанешь, да? Нет. Блин, стрёмно. Будем надеяться, что он не проломится. Но, честно, на нервы действует. Ничего не скажешь. Давайте затыкаем, 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 затыкаем. Затыкаем! Оу! Оу! Опа! Не уйти от этих гадов ползучих! Все, лежать будешь, урод? Да кто вас учил от пули уворачиваться? Кошмар! Что это? О, записи на пленку. Дакота. Я, кажется, знаю, что стало с пропавшей пленкой доктора Б. Ее забрал его помощник. Кто-то из моих пациентов видел, как Эббот забрал что-то из шкафчика в сестринской и отправился в процедурный кабинет. Попробую пробраться туда и пошарить в ночную смену. А ты ничего не предпринимай и занимайся своим делом. Мне все равно, насколько доктор Б важен для всей медицины. Подобного рода оскорбления ненормальны. Обещаю, я не дам ему уничтожить доказательства. Он мерзкий подлец и однажды предстанет перед судом. Не унывай, крепись, друг. Хорошо, процедурный кабинет. Непонятно, где он. Возможно, вот этот кабинет, кто знает. Не написано. Еще бы желательно, да, узнать, куда цепь. Было бы здорово. Вот так. Опа, травка. Ну-ка, можем ее еще объединить? Вот с... Да!
смесь ультра-трав. Шкафчик. Есть граната. Что ж, готов я. Готов я. Запинать. Ну что ж, мы вот снова вернулись сюда. И чё толку? Пойдемте в другое место теперь. Мы оттуда пришли. Но мы можем сходить еще и направо, вот сюда. Это ж сейвка. Да, замечательно. О, слава Иисусу. Так, мы можем объединить еще? Нет, это все. Нет, стой, 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 рано, рано. Чё у нас здесь? Трава. Давайте это все хранить. Хранить. Гранату оставим. Обе гранаты оставим. Да. Как-то так, быстренько еще пошарить по полочкам. Вот эту взять. Окей. Можно сохраняться. Неплохо, неплохо игра развивается. Больница мне особенно нравится. Как-то вот нервозно здесь почему-то. Не знаю, до этого были просто напугалки, но здесь хорошо играют по нервам почему-то мне. Не знаю, не люблю больницы в целом. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Если вам понравилось, то шлепните лайк. Подпишитесь на канал, вступите в группу ВК в Steam. Не забудьте про колокольчик повесить себе на шею, чтобы звенеть. Почему бы нет, да? С вами был Юджин, и всем пять!